Инвокер вместо того, чтобы денаить, он вообще занимается ерундой, бьет моих крипов, которые фуловые. Непонятно вообще, смотрите, что он делает. То есть вместо того, чтобы сейчас заденаить, он бьет вот этого крипа. Поэтому, ну, это ж неправильно. Он сейчас должен пробовать вот этого заденаить, он вообще не пробует даже, он что-то стоит, курит. Вон, баночка есть. Опа! Носки Спайдермена. Пожалуйста, поехали неапнутой курицей на низ. По красоте. Банки не будет. Надеюсь, регенерация на топе появится. Ага, появилась. Появилась, проверяйте. Ладно, там иллюзия. Так, надо сапог добрать, наверное. Раз уж на то пошло, пока я просто принесу банку, я уже на сапог сверху нафармил. Бывает и такое. Поэтому тут на этом рейте бывает так, что ты покупаешь банку и приносишь уже себе апнутые стики, сапог и банку. Все это одновременно. Так, я эту ветку оставлю на стике. Я не вижу смысла сажать ее и хавать, потому что у меня все слишком хорошо. Инвокер меня вообще не харасит. Будешь? Не, абузить не буду. Я просто хочу принести банку. Я не абузер курьера. Я перестал абузить курьера еще с тех пор, как курьеру уменьшили скорость, когда банка пустая. Вот с тех пор я... Раньше всегда абузил. Просто нон-стопом кура летала на мид, носила банку. Но когда куру подзамедлили, уже как-то не прикольно. Ну, особенно в паблике, то есть одно дело, когда ты командная дота какая-то, когда ты говоришь ребятам, парни, там дела плохи, надо банку пообузить. Они тебе говорят, окей, не вопрос. А в паблике ты обузишь банку, чувак покупает себе какие-то носки, ее переконтраливает, начинается в чате, и в голосовом чате, и в таком чате начинается ругательство, ты начинаешь с ним спорить, в итоге кура переконтраливается, и ты вообще без банки остаешься, потому что она летает, разносит ветки, носки по линиям. А это если она летает еще. Она может даже и не летать. Такое тоже бывает. И тогда обузить вообще не круто. Ну, сейчас точно реген на топе. Я это уже видел. Если на второй минуте регена нет, то на четвертой точно есть. Фармить, я просто захожу за крипов, и чувак вместо денаев просто меня лупит нон-стоп. То есть он вообще сейчас не фармил, он стоял, набивал мне лицо. А мне-то пофигу. У меня-то хоста, у меня зарядики есть в банке. Фаржа призвал на помощь, да? Ну, блин, инвокера я убить вообще пока не могу, потому что, чтобы его убить, мне нужна банка фуловая и... Блять, я курицу всрал, не хватает на стике, думал, хватит. Мне нужна банка и мне нужна мана фуловая. И ПТшка нужна, у меня всего этого нету. Блин, что-то катапульта вот эта пожирнее стала, 825 хп, пока ее убьешь, офигеть.
Так, что у него за скиллы стоят? Force and Strike. Растеряется. Не, не растерялся. Он, знаете, он как знал вообще. Прикиньте, у него, я специально посмотрел, какие у него скиллы были. У него был Force and Strike, но он, походу, держал, сука, свои три пальца уже на инвизе. То есть он понимал, к чему все идет. Это, видимо, инвокер непростой. Видимо, знает, что ожидать. Кайф бахай. Ну, опять же, мне от этого вообще, мне как-то пофигу. Я пришел, ломаю башню. А, тут уже вся братва собралась. Так, пойду на базу. Агрессор 1990. Первый месяц, братиш, добро пожаловать. Спасибо за подписочку. Ты приближаешь нас к вебочке. Плюс 1.58. Welcome, братишка. Надеюсь, тебе понравится на этом канале. Останешься здесь. Соврал, два крипа. Еще один нужен. Я оранжевого заберу, иду. Верка на шрайн улетела. Не-не, мы не убьем ее. Почему взял ману на 10 уровне? Ну, не знаю, я просто... О, взял дэмэдж. Потому что я брал ману, мне как-то очень это не вкатило. Мана. Вот реально я не почувствовал этот реген маны. Там пока я бегал инвокер вниз. Давай инвокера возьмем лучше. Хорош. Го башню, я танкую. Бей башню, просто помоги мне.
Так, ну я надеюсь, сюда же Санстрайк не прилетит, правильно ведь? Такого ж не бывает. Даже если он стрим смотрит, там секунд 15 задержка, но не может быть такого. Не верю. Просто не верю в это. Тихо, парни. Полегче. Полегче, блин. Закидывают меня просто по полной программе. Ладно, хоть отхилился. Вообще, короче, в этой игре что-то мне с рунами не прет. Я ни волшебства не нашел, ни ДДшки не нашел. Ну, реген один был, ну ладно, этого мало. Базу идти нельзя, потому что на базе делать нечего, на самом деле, потому что телепорт у меня в кулдауне, мне просто потом пешком идти, поэтому просто на шрайнах попью и пойду дальше. Пусть ТП, блин, ТП тогда еще долго кдшится будет, короче, сейчас просто побежим. Счет 9-8, вроде бы все нормально, но больно уж слажено, больно уж слажено играет команда противника, прям вообще мне это не нравится, что они друг друга так сейвят сильно. Так, сейчас сделаем Орчид, и с Орчидом уже можно убивать любого из вражеской команды. И Оракла, и Инвокера, и Найкса, и ВР-ку, то есть всех можно будет убить. Поэтому Орчид в этой игре это возможность убивать в соло. Потому что пока что вот то, что я сейчас убил ВР-ку, это повезло. То, что ее никто не сейвил. Был бы там плюс один герой, я бы ее не убил. Евтеич, брат, спасибо за подписку. Я очень рад, что ты решился. Что ты решился на это. Надеюсь, ты не пожалеешь. Спасибо за поддержку. Плюс один на сабгол. Сейчас тебя добавлю. 59-м будешь, брат. Ребят, приветствуйте. Приветствуйте молодого человека. Первый месяц, неопытный саб. Давайте, ребят, крысу в чат по максимуму. Блин, не говори, что это Орчид только. Я прошу тебя, я понимаю, что тут, возможно, собрались мои хейтеры, но это будет слишком жестко, если Найкс купит Мидас и Орчид. Я не думаю просто, что это сабля, это, походу, действительно Орчид будет. Пожалуйста, не делай глупостей. Все, как вы видите, да? Орчид позволяет нам убить любого героя. Правда, я еще Террорблейда не видел. Но, в принципе, Найкса мы убиваем. Который без армлета. Поэтому, пока он купит Орчид, мы его еще пару раз убьем. Ну, может быть, сабля. Но мне почему-то кажется, что это Орчид. Вот, серьезно.
Это раскачка на вивере, ребят. Вот посмотрите на эту раскачку и запомните, что вот так вот качаться не нужно. То есть третий скилл замакшивает только педики. Максится второй, первый, третий берется на единичку. Вот это хрень полная, потому что жуки как бы очень слабые и вообще они нафиг не нужны первого уровня. На топе поможете? Нам забрать первый. Поехали, поехали, я помогаю. Даст есть? Жмите и сесть. Нету. Башню ломаем, подходите. Сабля. Вот этого можно. Хорошо, хорошо, ребят. Хорошо сыграно. Так, сейчас баунтосик забираем. Блин, если бы они чуть меня подождали, то у нас бы никто не умер. Я бы дал орчит Террорблейду. Хотя, с другой стороны, если бы я дал орчит Террорблейду, его бы мог Оракл спасти. Поэтому я давал орчит Ораклу. Чтобы он никого ультом не сейвил своим. Так, короче, придется сейчас продавать нулик. Вот, из-за этого я его не люблю покупать. Всегда приходится его продавать. Чё? Говори громче. Карта закрыта, карта закрыта, конечно. Давай. ТБшку, ТБшку оформить. Блин, я ВР-ку хочу. Нет. Не могу ничего с собой поделать, хочу ВР-ку. Хорошо. Вижу ТП, вижу ТП. Надо... Да я поддержу. Нет, там Оракл. А, ну 40 вам не надо. Парни, куру взял пока. Куру надо переконтролить, мне Бладстоун. Не, хотя, в принципе, Бладстоун на 21-й, это нормально. Так, у ТБ ничего. Кто такой? Давай, 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 гонитесь за ним, гонитесь, это наш, гонитесь, алло. Сдуло. Башню бить, башню бить, куда пошли? Я башню танкую. Тут все, уходите, кто может. Четыре снизу. ТБ, по-моему, тоже там, где-то рядом. Блять, руны вообще не там появляются. Хотел сейчас взять руну на низу. Так, инвокер. Хоста, хорошо. Юл есть, Юла нету. Все. Юла нету, значит, таверна. Удачи. Так, ну все, манка регенится. Мутки мутятся. Можно за баунтосом занять. Нет маны на Найкса, сейчас я вернусь. Мастер стаков. Мастер стаков. Стак мастер. Блин, я думаю, в этой игре надо просто догон сделать. То есть никаких линкин сфер и прочей фигни. Просто делаем догон и бегаем, вообще все убиваем. Без проблем.
Так, ребятки, давайте вы по низу, а я на миде маслят убиваю. Давайте по низу, только без драки, аккуратно, просто там подпушивайте, отвлекаете. Но не умирайте, ребят, самое важное. Не умирать, очень аккуратно. А я убью тех, кто... Вот кто, Вивер? Вивер, что это с тобой? Блять. Ребят, я ж просил. Я ж попросил не умирать, всего-то. Их 5 снизу. Очень хороший вард, кстати. Лайк за вард. Я вижу, когда кто-то заходит в лес, и сразу же убиваю. Еще бы один вард вот сюда куда-то воткнуть. Вот сюда куда-то воткнешь вард, если будет возможность, надо. То есть эти варды заставляют врагов ходить впятером. Если они не ходят впятером, то я их по одному просто буду убивать. А если они ходят впятером, то я их просто буду катать по карте. Странно. Парни, вы чего? Блин, что они хотят от меня? Парни, все спокойно, пушьте низ, ребят, не надо убивать никого. Просто пушьте, они гоняются впятером за мной, они ходят впятером. То есть вы пушьте две линии, они в ахуе сразу. Они не знают, что им делать, что им дефать. Не сломай, давай. Undead. Хорошо. Оракла. Оракла фокус. Пусть заставим его ульту на себя дать. Не заставили. Найкса сзади. Хорошо, парни. Просто минус 5. Мы их так раскатали сейчас. Хотел Леона добить. Андед, давай. Пуш, пуш. Красавчик. Вообще, ребят, не Undead должен сплитить, а антимаг с Вивером, понимаете? Так, музыку можно? Можно музыку в студию? О, нормально. Поехал. Фрей, я исправляю. Красава, красава. Блин, не знаю, ты как-то тихо говоришь, то либо у меня тихо, ну, либо он говорит тихо. У меня микрофон плохой. Я понял. Просто у меня на максимум все стоит. Ребят, вы его как слышите? Вы услышите тихо или нормально? Просто у меня он очень тихо, я вообще еле его слышу. Умирать не надо, пожалуйста. Сплитьте низ, парни. Антимаги, виверы. Я танкану, придется что-то. Подходи, Вивер, жуков закинь и бей. Жуков, брат, жуков, сейчас Леон умрет. Ага. Я Ешку возьму, бей. Ты с дизолем, давай. Шрайн. Да, идите на шрайн, я пошел делами заниматься. Так, все, ребят, теперь перед нами открыты любые вообще мувы. Просто видим героя, убиваем. Вот сюда выходит герой фармить, убиваем. Вот сюда герой выходит фармить, убиваем. Привет, Олег. Здорово, братиш. Бля, почему мне кажется, что вот тут кто-то, блядь, кто-то крысится? Ах ты, здорово, Олег. Здорово. Что творят, а? Демоны.
Алло, дайте. Все, ладно, пока. Не хочу, что они там. Колдуют на меня, замедляют. Ладно, пока я фанился, топ упал. Мид не упал, но нормально. Конечно, под колдснапом, когда тебя ВР-ка бьет под фокус-файром, вообще что-то герой не двигается. Собака летит, смотри. Собака, собака. В кого ты сел? Пес. Давай, виверец. Чё за псих на инвокере играет вообще? Задолбал меня. Постоянно эти колдснапы, какие-то метеоры, бласты, чё-то... Сколько у него статистика вообще? Что это за задрот? 3-5. Ах ты грязная сучка! ГД стрей. Санстрайки какие-то. О! Варшотик. Был, не, у вас должен был быть этот пролаг, потому что он у меня был. А может сейчас был? Она с линкой. Так, вправо идем, санстрайк сюда. Влево идем. А, он вообще не хочет санстрайки давать. Линку пальчик. Спасибо за игру, парни. Блять, у меня статистики сегодня, это просто жесть. 2-2-0-8. Крипов четырех не дофармил.